И всем привет, вы на канале Ведроид Гейминг, меня зовут Александр, и сегодня у нас Кай Дети Света, блин, чуть не убился, и старт нового сезона, сезон памяти он называется, если не ошибаюсь, вот он, мужичок уже стоит. Если сезон будет интересным, то пройдем его полностью на видосах, ну а если будут костюмы крутые, то еще, наверное, пропуск купим. Давайте посмотрим, что от нас требуется. Кстати, фигня эта не прошла, если я пальцы с телефона убираю и не докасаюсь до него, игра начинает почему-то лагать. Вот, смотрите, кадры начинают просаживаться, я не знаю, для чего это сделано, но, впрочем, пофиг, пальцы будем не опускать. Смотрим главный видос. А чё ты уселся-то? А видоса нету, зато есть защищенный тайник, и я, как понимаю, это хранилище знаний, ну, судя по антуражу. Хотя небо какое-то более светлое. Окей, Сим, что ты мне можешь сказать? Или давайте, может, сначала пошаримся, а то нас сразу на задание отправят. Давайте, да, лучше пошаримся. Тут у нас сразу же, смотрите, какие-то свечки понавтыкали, есть даже карта новая. Тоже с удовольствием мы ее откроем, посмотрим, где мы очутились. Вот, видали, лаги идут, палец ставлю, и все нормально. Пипец, блин. Ну, типа того оно и есть. Вот оно, хранилище знаний, вот даже где-то светляк тут болтается. Можно его найти где-то слева. Еще бы знать, где-то лево на карте. Вон, кстати, дух уже первый есть. Замечательно. Ну, можно там пошариться. Кстати, тоже есть свечки. Можно будет сюда побегать. Здесь нет. Какая-то тайная пещера. Я сюда пролезу вообще, нет? Чисто наобум. Нет, здесь есть души. Но это какой-то, короче, тайный зал. С веселым небом можно будет здесь попрыгать. Но давайте духа проведем, почему бы и нет. Сегодня так максимально растянем геймплейчик. Не нужно никого вести, просто следить за историей. Пацаны сопротивляются, смотрите, щитоносцы. Может, нам щит дадут в конце сезона? Замечательно. Летим туда. Что-то дропнули. Ну, по крайней мере, они радуются. Ага, может, опять спортсмены какие-нибудь? Ну, локация, да, мое почтение, можно было бы, наверное, все-таки что-нибудь поинтереснее сделать, а не просто островки. Мы на каком-нибудь, как будто испытании стоим. Но они, короче, бесконечно радуются. И пока все. Но зато музыка есть. Я обычно играю без музыки, я нашел очень крутые плейлисты очень старых игр, и просто кайфую под старое музло, бегая в Sky и собирая бесконечно свечки. Сразу можно их взять, чтобы они тут были. Воу, десантура свечек. Почему бы, так сказать, и нет. Ладненько. История продолжается, я тот кадр пропустил, но зато свечки посмотрел, ага. Так, здесь какой-то идет торг. Деревья. Ну, клево. Зефирные деревья, окей. На зефирке было похоже. Ой, там парень, смотрите, по кайфу. Сидит. Я не понял, что происходит, но, кажись, пришла война, и снаряды упали на рынок, ага. Всем стало плохо. Короче, была мирная жизнь, но прилетели снаряды. И все стало плохо. Окей, Сим. Первый дух есть, давайте посмотрим, чему он нас научит. Что это за эмоция? Покажите мне, пожалуйста. Держание за раненый живот. Окей. Ну, я думаю, оно будет полезное. Это нет, это поза. То есть можно будет здесь быть зомбей. Я теперь буду так выходить. Мне нравится. А как он сидит? Давайте посмотрим. А, ну тут далеко сидеть. Ладно, потом... Вот так вот можно сесть. Ну тоже на полуколенке сидит. Прикольно, классная поза. Я ее оставлю себе, ага. Так, давайте попробуем найти выход. Либо наоборот, куда-нибудь вход. Потому что здесь есть еще какие-то вторые этажи. Ну-ка, поднимись, мужичок, посмотри, что здесь. А, вот он, душара, кстати, здравствуйте. И он в темнице сидит, представляете, туда не попасть, но его можно собрать. Ну, нормально, спасибо. Духа нашли, больше здесь духов по карте, судя, нет. Возможно, этот зал тоже разделен. Хотя вряд ли, наверное. Одна карта на одну локацию, скорее всего, так. Ну, давайте поднимемся повыше. Может, есть какие-нибудь свечки. Есть еще один дух. Всего 4 духа, если не ошибаюсь. Ну, давайте его тоже соберем. Вон, паренек, стой, это мой дух. Покеш. Тоже не нужно никого сопровождать. Очень-очень хорошо. Так, давайте смотреть, что происходит. Родитель со школьником, с каким-то, с маленьким, идут вперед. Только давайте без снарядов в их, в них. Да подожди ты, чувак. Он не показывает мне историю. Ты что историю-то не смотришь? Я отказываюсь выполнять с ним задание. Он мне руинит всю историю. Так, стоп. Чтобы не сломаться, я, наверное, прыгну быстренько домой.
Да ну его нафиг, блин. Мы появились в каком-то новом месте, но я думаю, надо вперед бежать. Главное сейчас найти эту дырку, в которую мы залазили первую. Либо давайте этого духа сначала проведем. Так, чувачок, давай рассказывай. Как жизнь? Чё сидишь? Так, он тоже какой-то плаксивый. Но, видать, сезон весь будет грустный. А вот этого парня уже, походу, надо вести, нет? А нет, тоже смотрим. Давайте побежали быстренько туда, а то опять сейчас кто-нибудь прибежит, все заруинит. У нас есть веселый дом. А, это детская площадка, походу, нет? Или дом? Опустись, мужичок. Прям, смотрите, какой-то этот светит. Да подожди, ты куда-то полетел. Не все так сразу. Давай, показывай. Все, короче, хорошо. Тут нет привязки к местности, то есть это именно память, то есть воспоминания. То есть это та же местность, просто другой этап. Они не прыгали тут, не строили дома на этих островках. Все, я понял, окей. Ну давай, да, все хорошо. Чувачок ушел из дома, с ним попрощались. И он, походу, не вернулся. Вон тени какие-то, смотрите. Тоже дом. Минималистичный такой. Дверь, окно, ёпарасотэм. Парень сидит, читает. Ничто не предвещало беды. И он вернулся, окей. Или она? Ну, тут непонятно. Давайте туда. Чё дальше? Короче, у них все хорошо. Чё за слезы-то тогда? Вон паренек, смотрите, идет какой-то. С копьем военный. Наверное. Тени такие какие-то еще криповенькие немножко. Так, парень бородат сидит. Блин, если будет такая прическа с бородой, точнее с усами, я обязательно ее это задоначу, если будет донатная такая штука. Так, паренек, смотрите, ну это в эквипе уже стоит. Вот такие мужики сражались в этом. В золотой пустоши. Ёпарасота. Короче, везде приплетаем золотую пустошь. Дальше что произошло? А ему повестку, короче, принесли, походу, да? Сейчас мужик побреется и пойдет на фронт. Сейчас давайте смотреть. Ну, что-то он расстроился. На полусловии, короче, это. Так и я не понял, что за сюжет был, но мужик в конце расстроился. А может, это не мужик? Телосложение у него какое-то такое, не мужицкое. Но усы мое почтение. Ну, тоже грустненькая какая-то эмоция. Окейси, давайте еще двух духов найдем, одного мы уже видели. Так, тот душара где-то сверху был. Это другой душара, по-моему, или этот же? Ну, давай посмотрим. Нет, это попрыгунчик какой-то, слушайте. Нет, смотри, тусит в кровати. У меня, чувак, нет энергии, чтобы до тебя долететь. Придется вниз прыгать. Либо факел ставить. Да ходяга такой за живот держится, но это ж прикольно вообще. Ладно, хватит, наверное, полетели. Поэтому я все время с собой факел таскаю, ага. Так, парень у нас, походу, старый или раненый? Непонятно. Че, мужик, все плохо, хорошо? Он прям еще так по сторонам смотрит. Ёпарасота, ну клевенько. Так, а врач что-то кипятит? Куда-то ушел? А пришел, а там уже все, мужик упрыгал куда-нибудь, да? Полетели туда. Ё-моё. Какая-то стена строится. Уи-и-и, флексит парень с корзиной. И давайте туда еще слетаем. У, какое дерево. А, ну, скорее всего, собирает лекарство или еще что-нибудь такого. Возвращаемся к типам. А, он без палева проходит, потому что это, там стояли типы с копьями. У них какая-то это гражданская, может, война идет? Потому что люди-то это, по сюжету-то не с людьми воевали далеко. Предыстория, короче. Набрал этих самых всяких трав, заварил чаек, целая ведерка, ага. И пошел к чуваку. А чувак уже откинулся, судя по позе. О, смотри, чайник выкинул. Точно все, хана мужику. Да, все, не дошел.
Короче, зря чай кипятил. Кажется так. Ладно, полетели туда. А, это не прыжки, это прокрасться. Я понял, все окей. Вот, смотрите, она сейчас так, тык-тык-тык. Ага, все ясненько, ясненько, ясненько. Возможно, нас не будут палить какие-нибудь креветки, либо эти крабики с помощью этой эмоции. Ну, давай, вот это вот что-то, это задержка какая-то идет, он стоит, тупит, не понимает, что происходит. Ну-ка, давайте попробуем, как она работает. Да подожди, куда улетел-то? Я не понял, как она работает. То есть, пока она действует, можно вот так вот красться. Ну, это же прикольно, блин. Ты кто? Парень, ты чё здесь встал? Какие-то спойлеры пошли, смотрите. Либо залагала. Это она, наверное, кралась на этом, на видосе, и здесь осталась. Окей. Пусть будет так. Вон он, дух, остался последний. Палим, палим, парней. А там что такое стоит, давайте посмотрим. Просто факел. А, это мой факел, блин. Окейси, залазь на стену, запрыгивай давай. Ладненько, облетим. Уи. О, можно на этой штуке полетать. Ну и нормально, почти долетели. Не туда везешь меня. Не туда, мужик. Возвращайся. Давай, возвращайся на родину. Ладно, сам долечу. Ёпараза, это что такое происходит? Это куда мы полетели? Ну ладно, пикируем к духу. Туда вот, да? Да ниже, 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 ниже. Давай, давай, давай. Как вот, что с тобой управление потерял? Еще пониже, давай, вот сюда вот. Стоять. Все, замечательно. Последний дух мы уже смотрели, это какой-то дом получается, да? Типа того. Только нас прервали немножко. А, нет, не дом. Школьники куда-то шли. А, нет, и пришли домой, по-моему. Я уж все напутал. Стой, стой, стой. Нет, они что-то делают. Перекус, это пикник, короче, я понял. Ну да, типа того. Подушка такая здоровая только, правда. Опаньки, смотрите. Большой брат следит за нами. Ну и чё, мужики, сюда пришли? Такой доходяга, ёпарасоте. Ладно, погнали. Ну давай, рассказывай. Увидела мужиков, мужики увидели их. Все, сейчас будет замес. Ну, ё-моё. Походу, кого-то убили, нет? Я не углядел, вы чё так быстро-то пропали? Короче, все сломали, шарик не дали, праздника нету, да. Все прям как в видосе. Окей, си, чё за эмоция, давайте смотрим. У него тоже, кстати, прикольный шмот, смотрите. Или не парень? Но кепка классная, ага. Ну, парень расстроился, видно, да. Это, короче, эмоция. Ага. Так, собираем свечки. Стоп, подожди. Вот эти тоже надо взять. И идем к главному духу. Он где-то здесь был, да, в центре. Потому что наша миссия здесь вроде бы все. Ну, свечек-то так-то дофига. Можно все поднасобирать, подфармить и так далее. Вот он, парень, который нам мешал, да? Или не он? Ладно, пофиг. Ну, давайте поговорим, посмотрим. Так, первый квест. Поехали. Обездоленный ветеран ищет что-то потерянное. Отыщите фонарики воспоминаний, чтобы помочь ему. Вот он, смотрите, ветеран. А я думал, ты бабушка с бородой. Ну ладно, ветеран. Нет фонарей, ни одного фонаря на полке не лежит, представляете? Нужно искать на улице их. Окей. Садимся в лужу. Хотя бы показали, где этот кружок, а то бы я сейчас еще его полдня искал. Короче, огонь прям на полках стоит. Это так безопасно. Шо прям вообще. Фонари дайте пройду. Ну, в принципе, да, здесь можно это. Света нормально поднять с этой локации. Прикольно, буду сюда заходить. Если не закроют. Я вообще, короче, уселся. Все, нечего терять, ага. А, в общем, собрать нужно все фонарики. Нам их любезно показали. Хорошо, что хоть времени идет. Так, не лагай, мужик, все нормально. А носить их не надо, просто собирать. Да, просто собирать, замечательно. Так, следующий где фонарь? Покеш мне следующий фонарь. Подсказок не будет. Ну, будем так глазами искать. Вон он, еще один вижу. Полетели. Давай, поджигай.
Поджигай. Лавочки какие-то, слушайте. То есть каждый фонарь относится к своему предмету интерьера. Как-то так, что ли, получается? Сейчас нам лавку дадут и еще что-то. Ну, будет хорошо. Давай, забирай. Тут какая-то эта лампа. Окей, пусть будет так. И все. Три шага есть. Если бы мы не делали бы этих духов, то, я думаю, видос бы получился бы 2 минутки. Ну, так хоть поиграть успели, ага. Так, куда идти надо? Показывай. Вот сюда вот. Нет, это пацан ТТПшнулся. Вот он, душа растает. Замаскировался, пипец. Как шкаф стоишь. Давай, рассказывай, чё кого. Сердечко дали, замечательно. Вы исполнили желание этого духа, все как обычно, ага. Замечательно. Давайте собираем тогда наше сердечко. Новый квест. Этот дух ищет что-то потерянное. Отправляйтесь к алтарю. То есть сразу можно еще один квест сделать. А сколько тут всего квестов? Сразу к алтарю. А квестов тут немало, я хочу сказать. Ну давайте тогда следующий квестик сделаем. Почему бы и нет? А где алтарь? Я алтарь пропустил. Где? Я люблю тебя, малыш. Спасибо. Спасибо. Вы так добры. Так, а где алтарек? Где-то сверху, по-моему, был, нет? А, то есть мы что-то сейчас нашли. И сейчас пойдем вот в этот вот алтарь. И что-то туда поставим. Может быть так? Ну давай, что, надо его назвать? Изменить общее пространство. Поехали. Вот он, парень появился. А, ну и получается, здесь можно будет костюмы покупать. Которая развеет грусть духа. Что, надо его как назвать? Подожди, 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 подожди. Вопросик, чё? А, ну это рассказывает. Мы этим вроде бы занимались. А куда ставить-то? Просто на пол, что ли, или чё? Ну давай вот так вот. Так не грустно, так нормально. Тебе весело, мужик, нет? Да, весело. Ну и хорошо. А если я вот так вот поставлю? Подожди. То есть она красным горит, зеленым. Смотрите, прикольно. Ну, так подожди, нет, я не туда хотел поставить. Ну ладно, пусть будет так. Ну, далеко ходить не будем. Ему все нравится. Это очень позитивный дух. Так, поэтому мы воткнем его... Куда? Ну, сюда, наверное, куда-нибудь. Куда его воткнем? Ну, сюда давай. Радость, смотрите, повышается. И осталось еще 5 фонарей сделать. Ну, можно что-нибудь ими даже написать неприличное. Либо составить их в каком-нибудь этом символе. Да и, блин, я хотел просто свапнуть. Ну, их потом можно будет переставить. Вот это, да, фонарь получается? Ну, давай что-нибудь напишем. Радуешься, да? Весело тебе, весело? Точно весело? Подожди, мужик, я не закончил. Тоже весело? После этого тебе весело? Стой, 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 стой. Вот они стоят, смотрите, надписи. Интересно, будут они еще? А то мне не хватит букв. Ну, наверное, хватает. По крайней мере, ему весело. Замечательно. Ну, ладно тогда, что мы все сделали? Сохранить. Обязательно сохранить. У нас такой шедевр получился. Введите имя для общего пространства. Я думаю, шикарное имя. Пыр-пыр-пыр. Почему бы так сказать и нет? Подождите, в пространстве не хватает важного... Какого? Какого элемента не хватает? Я все поставил. Ты что, офигел, что ли, или что? Пыр-пыр-пыр. Ну, давай заходим. Вот так вот надо сделать, да? То есть можно еще кому-то в гости заходить, вы представляете? И какого тебе элемента не хватает? Расскажи мне, пожалуйста. Ой, да ты, я знаю, что ты меня любишь. Подожди, отстань. А чё недостаточно тогда? Ну, давайте это уберем. Вот, смотрите, полосочка ушла. А, так, стоп. Где этот мужичок стоит? Летать нельзя, вы представляете? Или можно? Походу, нельзя. Ну, давайте к мужику сходим, колокольчики хотя бы к нему поставим, а то он пипец грустный какой-то. Так, вот, мужик, держи колокольчики. А, вот, мы одно ведро забыли поставить. Скорее всего, из-за этого. Чё, радуешься, нет? Дух уже намного лучше. А что осталось?
Так, а откуда я должен был знать, что здесь еще какая-то штука есть? Или это мои? Это, походу, мои, нет? Они куда-то пропали все. Вот так вот работает у нас Sky. То работает, то не работает. Сохраняем. А почему два? Пыр-пыр-пыр я хочу. Выполнено. А почему тогда было не выполнено? Непонятно. Ну, в общем, все мы сделали. Давайте тогда завершаем квесты с горем пополам. Замечательно. Смотрите, у нас есть какая-то штука, которая 30-ку стоит. Скорее всего, это элемент декора, и он нафиг не нужен. Но я возьму. Потому что потому. У тебя видал, какая прическа классная? Так, я хочу посмотреть, за донат ли она будет. Потому что придется, наверное, брать пропуск. Так, забрали штуку. Да, давай, ебой. Через сколько зайдем сюда назад? 12 дней. Но что-то очень быстро все это будет происходить. Может быть, недельку пропустим, точнее, две. И потом несколько пространств заполним. Че ты хочешь мне? Че ты встал? Че ты встал? Ничего, все. Передумал, что ли, че? Наверное, передумал. Погнали, посмотрим костюмы. Где вообще эти духи стоят? Посмотрим ассортимент духов, что за донат, а что за просто так. Только вон у нас что-то горит, давайте сначала туда сбегаем. Это вот, что мы купили, подвесочка какая-то, да? Ну, факел я на нее не буду менять. А, нет, это интерьер. Ну, а или подождите, или нет. Стоп, подожди, мужик. Нет, это подвеска на спину, а что ты делаешь, расскажи мне. А, просто ставят подвеску, которая брынчит. Ну, типа это феноменально круто, но нет. Факел, я думаю, все-таки профитнее. Плюс он выглядит как боевой, блин, посох. Все, жду не дождусь, когда здесь боевую систему ведут. Хотя вряд ли, наверное. Ладно, это все лирика, давайте смотреть на духов. Что у нас тут есть за донатик? Чары, потом крутая, блин, шляпа за донат. И, в принципе, все, есть костюмчик, который бесплатный. То есть, теоретически, и шарф тоже бесплатный, хорошо. Здесь что у нас? За донат прическа, которую я юзать 100% не буду, платье, которое я тоже не буду юзать, но зато есть накидочка бесплатная. Неплохо, в принципе. Бесплатные призы мне тоже нравятся. Так, усы есть, а вот причесон крутой не есть. Это не есть гвуд, да. Придется, наверное, донатить только на причесон на этот. Здесь что? Здесь какое-то опасное лицо одноглазое. И какая-то порванная накидка, что в принципе не это. Ну, такой себе. Короче, я, наверное, подумаю, либо сразу же, наверное, взять, не знаю. Ладно, до следующего видоса подумаю, брать или не брать. А сейчас я, наверное, пойду делать квесты. А вам хочу, ребятки, сказать спасибо, что посмотрели. Всем пока, играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.